everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами Спикер Ик. Продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас 93-й день выживания, друзья. И вы пишете комментарий, что в воде водится скат. Его можно убить, а взять его иглу и прицепить на копье. Мне стало это интересно. И сейчас у нас время, сколько? 6 часов. То есть мы на рассвете идем искать ската. Он водится в неглубоких речках, он плавает, он жалит и кусается очень сильно. Я хочу его найти, я хочу его поймать, убить, его съесть. И посмотреть, что там за жало и как пользоваться им. Так что бери вкусняшки, бери попкорн, мы начинаем новую серию по зеленому аду. Да, мы начинаем, у нас мясо приготовлено, я хочу есть, наверное, да? Да, есть хочу, поднялись без жизни, энергии, а остальное мясо я все забираю. А сейчас мы строим дальше. Темно, стемнело, ничего не видно. Куда идти, я не вижу. Чистая водичка, напьемся. Нужно брать флягу воды, чтобы, знаешь, в путешествии не было проблем с этим. Чистая вода 100%. Обалденно. Кстати, у меня есть еще мясо. Ну-ка, пойдем-ка. Пока есть времяца, мы все дело это пожарим. Потому что мы идем в путешествие джунгли искать ската. Насколько это будет опасно, интересно, ты узнаешь чуть позже. Но мы идем. Мы идем заниматься своим делом. Мне нужно еще мясо. Кстати, что у нас сушеное? Мясо еще сушится. Здесь у нас мясо уже посушилось. Мяса нету. Здесь сушится кусочек еще. Хорошо, пускай сушится. Что у нас с ловушками? Пойдем сбегаем, посмотрим. У меня бессонница 5. Пятый уровень, обалденно, смотри, как прокачались. Пятый уровень бессонницы. Мы идем проверять ловушки. Хрю-хрю, вы где? Хрю-хрю, мои хорошие. Где вы? Где вы тут бегаете? О, какой жирненький какой. А там я вижу, кажется, кто-то висит уже, да-да-да. Кто-то уже висит. Один, второй и третий, нет? Третьего нету? Погоди, висят? Да, висят, забираем. Забираем, сколько сможем унести, мяса всегда надо будет. Нам осталось прожить всего лишь 7 дней, друг мой, 7 дней жестких боев в зеленом аду. Ну, ты готов сражение, да? Ты готов посмотреть концовочку? Что ожидает тебя в конце? Что меня ожидает? И мне тоже интересно. Мясо взяли, что можно выкинуть, чтобы принести еще мясо? Да ни черта не будем выкидывать. Ну, хотя, знаешь, можно разделать его. Я хочу много мяса, я хочу посушить мясо, потому что есть там местечко, нужно положить и нужно посушить его. Нужно поспать хорошенько, потому что ранним утром в 5 утра я должен выдвинуться. Понимаешь, первым лучом солнца я должен выдвигаться уже... Так, это выкинуть, 52. Хрю-хрю, бегает хрюкалка. Надеюсь, только хрюкалка. А что у меня по стрелам? Нормально ходит? Сейчас дойдем, нормально. Что у меня по стрелам? По стрелам, стрелы. Стрелы, в принципе, даст 5 штучек. Тут 5, да? Тут всего 5 получается. Тут 2 здесь, металлические.
Опять дождь пошел. У меня мясо, по идее, там сушится. Опять мясо будет заново сушиться. Оно опять намокло. Это проблема, понимаешь? Как всегда, проблемы в зеленом аду, они нескончаемые проблемы. Что же делать с мясом? Бросим на сушильню. Возможно, будет еще засуха, возможно, еще не будет этих дождей, и все будет нормально. Так что устроюсь поудобнее, поудобнее. Ты чайчик налил уж, как твои дела, напиши в чатике, напиши комментарий, я обязательно прочитаю и отвечу на самые приятные пожелания, которые ты напишешь. А мясо кидаем сюда, погоди. Напьемся воды, пока дождик идет, нужно напиться, помыться нужно. Нужно пойти сейчас выспаться. Да, нужно хорошенько... А, кстати, смотри-ка, мясо продолжает сушиться. Нормально. А, то есть дождик прошел небольшой, и все нормально. А, пускай сушится, тут мясо мы тоже сейчас все это дело положим. Положим. Мяса у нас будет много. А, возьмем с собой что сможем унести. То, что мы сможем пожарить. А, один кусочек есть, а этого будет достаточно. Вот так все. А, 3 куска у нас есть. Муха летает. А, давай-ка поддержим огонь. У нас есть уголечки. У меня очень много угольков. Ой, мясо. Что, пригорело, что ли? Приготовлено. Все нормально. А, 41 килограмм. Ну, это обалденно. Смотри-ка. 3 часа, кстати, нужно съесть. А то испортится. 9 часов. Я съем это. 9. Я оставлю это. А, личинки, гусеницы. Это дело мы все оставим обязательно. Так, ну что? Костер у нас поддерживается. Идем-ка спать. Уже как поднялась луна, хорошо так светит. И идем мы ранним утром. Мы-ка идем путешествовать за скатом. Давай-ка поспим, наберемся. А, уровень сбросим, бессонница. Хотя бы до 2 уровня сбросим, да? А, просыпаемся в 4, потому что сейчас нужно перекусить, позавтракать и отправиться на путешествие ската. Так, что у нас тут? Ой, мяса нет, мяса нету, все нормально. А мясо у нас один день 14. Ну, я думаю, за полтора дня я все-таки смогу вернуться сюда без проблем. Но, конечно же, нужно поддержать огонек. Огонек поддержать обязательно нужно. Кинем. А что это такое? Камень. К черту камень. Кости. А здесь у нас палки. Бамбук есть. Где на мои камни валяются? А? Где тут валяются камни? А, хорошо, бросим сюда. Что так трясешься? Так, ну что, у нас есть еще пару минуток. А, нужно позавтракать. Позавтракать. 5 часов утра. Нужно пить воды, шишки и кусок мяса нужно съесть. Хм, чем же можно попитаться? Тут лягушка есть, кстати. А, можно лягушка. Здесь еще готовится. А здесь еще готовится. Тут темно, ни черта не видно. Но воду я нашел. Так, воду я набрал. Все нормально. Так, чисто. Все, напился. Ага. Хочу шишку, хочу банан и хочу кусок мяса. Ну давай. Хотя чуть позже мы скушаем. Так, ну что, друзья, мы отправляемся на поиски ската. Путешествие, как всегда, опасно в этих джунглях Амазонии. Как ты знаешь, у нас 94-й день выживания. Мне осталось прожить 6 дней. Туземцы. Тут нет. Туземцы! С утра пораньше, где? Прямо? Я не вижу. Так, что у меня по оружию? По оружию. Есть оружие, есть томагавк, а есть 2 копья. Вон, чуть дальше. Вижу, чуть дальше. Иди ко мне. Один, что ли, ты зенец? Погоди, как можно с ним посражаться достойно? Вот скажи, как с ним можно против него взять топорик? Нет, беспощадно. Я туземец, 93 дня прожил. Я беспощадно буду его догонять. Становимся. Иди сюда. Ну, жить-то хочешь? А это лучник у нас. Держим блок. Давай, нападай меня. Я держу блок, давай. Ах ты, какой дерзкий-то. Бей его. О, красиво. Прям наш по печени в полете. Очень красиво сделал. Так, что у нас? 89% это выкинуть. Это я заберу. Все, больше тут забирать нечего. Ну, кости есть, мясо. А, к черту. У нас другая миссия сегодня. Мне нужно найти... Во, речка, кстати. Речка. Здесь мы ищем скат. Тот самый скат, который жалит. Кстати, против него нужно, знаешь, бинты.
от яда, потому что меня укусил тогда, я помню, ребята писали. А мне нужны бинты как раз с табаком, с хостой. О, есть, есть перевязка, то есть нормально. Но смотри, один на один с туземцем на максимальной сложности я раскатываю очень хорошо. А вот такие речушки, ну, это, кажется, еще не глубоко. Есть и намного глубже речушка. Ну, как я его увижу, еще темно. Мне кажется, я его еще не увижу. Нужно взять, наверное, стрелы. А с помощью стрел я смогу его подстрелить. Я смогу мясо разделать и сделать из иглы что-то интересное. А сейчас, глядя, маленько расцветет. Хрю-хрю. А, бессонница, здравомыслие падает. А мне насрать. Так, где? 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 А вот она. Видишь, там. Так, все, можно перекусить, можно набраться, наверное, жизни, энергии. А, да, можно, в принципе, можно. Как раз по завтракам. Так, это скушать. Это мы скушаем. Это скоро испортится тоже. Все по одной съели, и мы вдоволь нажирались. А, чудесно. Так, ищем, ищем ската, который где-то должен плавать. Который жарит. Как я его увижу, я ни разу его не видел, кстати. Вон там кто-то плавает. Там рыбка, да? Пиранья. Не знаю, кто плавает там. А... Ну, речушка я вижу довольно неглубокая. Там крабики вижу. Крабики, крабики. Крабики я вижу. Много крабиков. А вот где я увижу ската, я не знаю. Ну, вместе с вами, друзья, мы будем искать. Мы выживаем. Мы пробуем всю эту игру вдоль и поперек. Находим самые опасные места в этих джунглях Амазонии. Но этого засранца ската, слушай, уже довольно глубоко, и я не вижу. Она не очень тут и прозрачна. А нужно подняло, чтобы солнышко повыше, чтобы видно было хорошо. Что там у нас? Камни. Камни мне не нужны. Туземцы появляются, это реально здорово. Мне нравится это. А насколько он большой... Насколько маленький? Я не знаю. Ну, знаешь, я видел его в ролике. Вначале у меня идет ролик, там плавает скат. Он довольно большой. Насколько быстро он плавает, я тоже не знаю. Вот в чем проблема, видишь? Проблемы за проблемой. Там вот... Ууу, сколько там мяса. Мне кажется, эта речушка слишком мелкая для ската. Я знаю, где находится речушка довольно поглубже. И там точно должен быть скат. Так, что у нас тут? Подъем куда-то идет. Хэдшот! Не получился. А где моя стрела, кстати? А, вот. Мимо пролетел. Попугайчик красивый, да? Так, у меня появилась пиявка. Давай-ка тут маленько переждем. Крабики бегают, и я хочу глянуть. Да нет, нет, нет. Я хочу глянуть. Пиявка. А, пиявка есть. Одна штучка. Так, идем дальше. По речушке смотрим, ищем приключения, ищем ската. Так, погоди, есть грибочки? Я хочу их съесть. А руки чистые, можно съесть. Поднять все жизни. О, хорошее настроение, подняли тоже. Так, я иду в какое-то ущелье. Я пришел неизвестно куда. Но знаю зачем. Можно подняться наверх? А смысл? Понятно. Нет, погоди, погоди. Я что-то себе повредил, походу. Руку, ногу. У-у-у, так у меня проблема. Так, будет, походу, заражение. А, будет заражение. Ну, в принципе, я чистый. Нормально, не будет заражения. Это когда я грязный, тогда будет заражение. Так, есть мед. Можно мед взять. Слушай, довольно прикольно здесь такая скала, да? Смотрите-ка. А, где? Где найти этого ската? Можно просто бежать по речушке. Он тебя ударит, тогда я... Кто меня укусил? Погоди. О, нашел, стойте, вон, вон плавает. Вот он, вот он, вот он. Оп, промахнулся. Смотри, я нашел этого. Смотри, опять промахнулся. О, попал, попал, попал. Я нашел, смотри, моя тактика работает изумительно. То есть, ой, ой, стой, 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 места не хватает. А-а-а, только не исчезай. А то бывает такая дичь. Погоди, я перемещу. Так. Все, забирай его. Все, я забрал. Тушка ската. Да, есть. Забираем стрелы остальные. Смотри, вроде бы меня ужалил, но у меня броник был. Все нормально. Смотри, я довольно быстро его нашел. И мне нравится это скат. Это тушка.
Его можно, конечно, добыть. Мясо и, наверное, жара. Как ребята писали. Мясо ската у места не хватает. Погоди, без проблем. Без проблем, это съесть. Мне интересно жава. Мясо-то понятно, мясо на и в Африке мясо. Вот она. То самое жава ската, ради которого я его искал. Смотри-ка, обалденно. Как его можно куда прикрепить? Изготовить. Так, что можно куда его впендюрить? Так, вот так, вот так. Не работает. Хорошо. Смотри, мы берем туземное копье. Мы берем, ну, поставь. Палочку убираем. Это тоже не работает. Смотри, нужно еще как-то, понимаешь, изучить. Поднялось солнышко, довольно приятно. Шестого. Кабанчик. Смотри, сколько тут мяса. Ну что, нужно что-то, друзья. Пиши свои комментарии, как использовать жало, куда его цеплять. Потому что нужно это как-то куда-то цепануть. Сейчас я еще разберусь. Я мед заберу. Ой, там две стрелы. Стрелы раскидал. А меда некуда уже, погоди. Ну ничего страшного, я его сразу изготовить из него. Так, я хочу сделать перевязку. У меня с медом нет перевязки, так что пригодится. О-о-о-о, укуси вообще-таки пчела. Ничего страшного, пройдет. А вон там, кажется, табачок есть. Можно сделать перевязку. Так, давай-ка сразу же изготовить. О. Как раз против яда в самый раз. Так, что у меня? У меня что-то есть. У меня, походу, раздражение. Нужно это дело поправить, посмотреть. Где? На руках, на ногах? Да вроде пчелу покусали, по идее. У-у-у, сколько здесь всего-то. Так, как это? Нет, все можно. Все нормально. Далеко не ушли от дома. Нашли ската. То, что и хотели мы. Но как цепануть, мне нужно, кажется, сделать копье. Обычное копье. Бамбуковое. А, так, это здорово. Это взяли. Нужно сразу изготовить, потому что у меня закончились перевязки уже. Так, это готово. Осталось всего 6 дней. У меня топорик скоро сломается. Надо сделать топорик новый. 6 дней выживания. В зеленом аду пиши, как прожить мне эти 6 дней. Я обязательно прислушаюсь к твоему комментарию. Именно к твоему комментарию. Давай же, активнее напиши, как прямо сейчас. Поставь лайкочек, подписончик, потому что мне реально... Ну представь, 96 дней. 94 дня я здесь прожил. Так, я все знаю здесь. Я даже знаю, как что изготовить. Я реально профессионал стал за эти 100 дней. Мне, знаешь, придал уверенность. Ну, понимай, ну, сломался. Ну, ничего страшного. А сейчас сделаем новый топорик. Так, для топорика нужны кости. Кости. Костей у меня нету. Побежали сейчас домой. Нужно взять, наверное, длинную палку. Шишек нету. А, и сделать там копье, сделать там топорик. Сейчас заберу я палочки еще. Так, в чем проблема? 45 килограмм. В принципе, не тяжело. Но бегать он не может. Бессонница, 5 уровень, и скоро будет 6. Вот это докатился, балдеть. Вот это я выживальщик. Конечно, хотел прокачаться до 100 уровня, но я не успею до 100 дня. Бессонница. Здравомыслие падает. Кстати, у меня 50% здравомыслие мысли. Это не есть хорошо. Я дикарь какой-то. Я дикарь какой-то. Не сплю по ночам. Что, устал что ли? О, какая жирная ящерица. Так, сделаем копье, сделаем сейчас мы топорик. Из костей. Вот как раз есть у нас. Веревка есть, туземное копье есть, оружие у нас масса. Так, мне нужно изготовить. Так, парочку костей, потом бросаем. А, палочку, веревочку и готово. Видишь как? Быстренько, со вкусом я умею делать топорики. И уже есть 90-83%. Так, берем пару длинных палок. Сделаем обычное. О, какая жирненькая. Сделаем обычное копье и попробуем. Так, все постройки на месте. Костер горит практически на 50% у нас есть. Есть мяско. Так, сухой лист мы здесь бросим. Вот так. Сколько у нас перевязок? Посмотри. Это можно в кучу как-то? Чтобы поудобнее было. Вот так. Мясо есть, у нас есть. Два кусочка бросим. Мясо ската. Смотри, довольно крупненький скайтик, да? Так, я хочу съесть.
что-нибудь хочу съесть. Мясо не пригодилось. Пить мясо. Да все хочу я есть. Да что тут разбегались-то? Сколько здесь дичи? Так, напились воды. Угу. Все, хочу кокосик еще, который скоро, наверное, испортится. Делаем копье. Так, изготовить. Обычно слабое копье, но погоди, а можно сразу добавить вот эту иглу? Жало. Ага, добавили. Но нужно, по идее, привязать это жало, правильно? Нет. Ну, тогда я понимаю, просто нужно сделать сперва копье. Бессонник. Слабое копье. И тогда уже попробовать впендюрить это жало на копье. Давай-ка. Вот так. И, конечно же, веревка нужна обязательно. Смотри-ка, нет, не работает, да? Хм. Так, выбрось копье, оно мне не нужно. Куда его можно впендюрить, я даже не представляю. Можно пробовать на стрю. Хм. Ну-ка, погоди-ка. Так, мне нужно вот так, потом идет у нас перья. Мне нужны перья, перья. Изготовить пару перышков, потом идет жало, а идет палочка. Сделать стрю такую. Нет, не получается. Смотри, не получается. Окей, мы сделаем так. Палочку. А видишь, не загорается. Значит, нельзя так делать. Видишь, это загорается, а это нет. Но! А, смотри, она вообще никак не работает. Жало бросаю, она не работает вообще никак. То есть нельзя ни черта сделать с жалом. К сожалению. Что же делать? Что же делать? Я хочу все-таки куда-нибудь его впендюрить. А можно взять его как холодное оружие? Переместить я не смогу его, да, как холодное оружие. Выкинуть я смогу, без проблем. Смотри, такое большое жало. А как оружие смогу взять? Как ножик? Нет, она не берется как ножик, к сожалению. Ну окей, пускай останется, ребят, напишут комментарии. А есть, возможно, опытник, кто-то более сообразительный. Я здесь просто выживаю, я просто мясо жабы заберу. А моя проблема прожить 100 дней. А что, куда поставить, это уже другой разговор. Так, можно сделать печку. У нас есть, кстати, да, у нас есть железо. Мы сбегали за железом. Я хочу сейчас сделать броник. Хороший броник, а куда? Мне кажется, на руки нужно бить железный броник. Давай-ка глянем, что у нас по рукам. Сколько процентов у нас броника? Одень-ка броник. А, 52%. Из костей броник. О, железный. 10%, кстати. Это проблема. Это реально серьезная проблема, которую мы сейчас будем решать. Так, мне нужны листья банана сейчас. Листья банана. Пойдем, принесем листья. Вот они, листья банана уже. Ну что, быстренько. Принесем, положим и будем делать сейчас броник себе железный. Будем еще плавить сейчас, кстати. Да-да, сейчас будем делать. Так, забирай все листья, забирай-ка. Сколько максимально сможешь унести. А здесь у нас оружейное. Сейчас будем коптить. Пока мы делаем, нужно эту печку сейчас развести. Так, мне нужно, по идее, факел сделать. А, либо сделать уголечки. Ну, это не проблема. Так, а сколько у меня угольков? Погоди. А, вот они. Есть у нас древесный уголь, есть. Так, парочку возьмем. Нужно закидывать в эту печечку. Сейчас мы вспомним. Да, наверх закидывается, а снизу бросается железо. Так, есть уголечки. Много надо, много. Очень нужно много. Хотя я зря снял броник. Туземцы подбегут, придется сражаться. Так, забираем железо. Забираем еще уголечки. Банки можно тоже расплавить, тоже будет. Можно сделать форму. Так, достаточно. А теперь давай-ка закидываем полностью. Кусок железа вниз. Все, пускай плавится. Так, все, забили. Ага, забили. Все, готово, нужно разводить. А разводить костер. Сейчас мы сделаем. Или просто сделать. Так, сухой лист был у меня. Уголечки, и погнали. А будем сейчас заниматься кузнечным делом. Обожаю это дело. Это потому что сложное дело. Это уже последняя стадия развития в этой игре. Так, ну что, все у нас плавится. Угу, все офигенно. Что у меня тут-то? У меня здесь только... О, кстати, вот камень здесь. А теперь нужно изготовить броник нам. Сделаем железные стрелы. Понимаешь, под концовку 100 дней мы должны сделать железные стрелы. Ну, штук 15.
чтобы реально были офигенные стрелы. И знаешь же, реально, сотый день, и мы, как вожак, должны встать здесь. И крикнуть: сотый день! Кто здесь пыхтит? Так, окей, окей, что мне нужно? Мне нужны веревки. Мне нужно, кажется, больше веревок. Пойдем-ка за веревками сбегаем. Далеко бегать не будем. Так, мясо у нас есть. Костер у нас горит, все потрясающе. Мясо у нас сушится, мяса будет чертовски много. Так, что у нас с костром? Горит нормально? Сколько там еще нужно кинуть уголечков на него? В него. Ага. О-о-о, мясо приготовилось. Смотри, какой большие. Большие такие кусочки. Так, а что? Один день. Тут практически два дня. Мясо скота. Я хотел кинуть уголечки. Пару уголечков, чтобы поддержать. А все, больше нету. С собой больше не таскаю. Так, пить хочу. А есть водичка. Сколько кокоса здесь нашел. А здесь напьюсь. Вот, нормально. Так, наелись, напились. Я хочу съесть один банан, который скоро, наверное, испортится. 19 часов. Так, веревка есть. А банан лист есть. А забираем мы отсюда. К себе. Забирай к себе. Так, вот эти стрелы, они маленько мешаются здесь. Здесь не впендюрите. А вот так. А эта жава тоже не знаю, куда деть теперь. Давай лист сюда бросим. Вот так поставим. А достаточно будет этих двух? Мне кажется, нужно три. Как мне помнится. Так, лист. Так, и веревок. А мне кажется, нужно три все-таки. Так, по памяти. Так, раз, два, три. Нет, видишь, нужна еще третья. Сейчас мы сделаем форму. А, сейчас расплавится железо. Этот кусок железа расплавится, потом кинем свежий. Еще кусочек. Или банку бросим. Можно сразу, а весь металл, чтобы печка у нас пыхтела не просто так. Весь металл закидать туда. О, три куска есть еще. И банки еще. Так, что у нас? Мне нужно теперь сделать из глины эту форму. Так, а... Погоди, нужно ее взять. Так, бросай сюда. А теперь нужно разбить, добыть. Так, полетели формы. Так, все полетели. Места не хватает, кстати. Эх, места не хватает. Закидал слишком много железа к себе. Так, один кусок скинем. Надеюсь, будет достаточно. Так, получается три формы. А опять места не хватает. Но это не проблема. Мы возьмем вот так, просто переместим. Но она большая такая форма. Где там? Где моя печечка? Сюда бросай. Ждем, ждем. Пока мы ждем, бегаем, наверное, посмотрим, что у нас с мяском. Ну как туда впендюрить это жало? Напиши комментарий. Кстати, нужно его убрать отсюда. Потому что таскать место занимает, ну... И так места не хватает. Сухой, сухой лист тоже убрать отсюда. Этих сухих листьев у меня тьма. А что еще можно выкинуть? Так, можно куда-нибудь тебя? Нет, нельзя. Давай сюда пойдешь. Вот так. А, вроде освободил более-менее. Костей слишком много. Уничтожить. Это можно дело убрать и сюда впендюрить. Погоди-ка. Вот так. Наверх, наверх. Во. Пластинки мы сюда поставим. Третью пластинку сделаем. Так, пойдет. А, пойдет. Печка работает. Все офигенно. С костром у нас тоже хорошо. Пару уголечков мы сейчас заберем с собой. Мне нужно поддерживать костер. Пойдем-ка сбегаем за мяском. Что у нас там по мясу? А спать хочется? Здесь не хочется. Все офигенно. Спать-то хочется. Шестой уровень уже бессонница. И очень быстро поднимается все выше и выше. Так, мяско у нас появилось. Нет? Фу, а какая разница? Мясо будет. Мясо всегда будет. Прям в рог попал. А ну-ка же отсюда. Поднимаем ловушки, потому что нужно всегда их поднимать. Вон мясо еще. Но не будем трогать. Кстати, вот в этой части острова, вот здесь, туземцев я не видел. Но они везде есть. Они везде опасны. Ну, один на один я с ними всегда просто смогу. Так, забираем мясо, идем домой, друзья. Поддержим костерчик, это мясо пойдет сейчас на жаркое. А уже пойдет на следующий день. 95-й день выживания будет пойдет. Так, копье забирать, погнали. Погнали, побежали. Да, быстро бегать мы не можем. 53 килограмма. А, выбрось кости. Их и так у меня очень много.
Мне нужно выспаться, Миха. О, заберу с собой кокосик. Но, беги, беги. Нет, не бежит. Она ни в какую не бежит. Бросай кокос, беги уже. Петьки пыхтят, реально у нас тут цивилизация. Нормально. В лагере туземцев у нас тут печки пыхтят. А, туземцы, вы где? Придите ко мне, отбейте свой лагерь. Так, что у нас в печке? Печек практически готова. Пойдем-ка жарить мясо и будем заканчивать уже на этой ноте и продолжим в следующем ролике. А кузнечное дело. Выживать дальше. 95-й день выживания, друзья. Всем удачи и всем пока.